Добрый вечер! Вы смотрите прямой эфир на телеканале mma-tv.com. Я рад приветствовать всех любителей смешанных единоборств. Добро пожаловать на 69-й международный турнир ММА-серии в нашем бойцовском поместье. Сегодня вас ждут 10 ярких поединков по правилам профессионального ММА. Бойцы из Узбекистана, Таджикистана, Бразилии, Азербайджана и России выйдут в наш октагон. Поединки пройдут по формуле 3 раунда по 5 минут. В заглавном бою вечера состоится полуфинал гран-при в наилегчайшей весовой категории между Дильшотом Курбаевым из Узбекистана и Григорием Мишиным, представляющим Россию. А в главном бою нас ждет яркое противостояние тяжеловесов. Мигель Брюс Джентилини из Бразилии против Егора Тора Блашкевича из России. А сейчас представляю вашему вниманию судейскую бригаду. Главный судья Олег Бессуднов. Боковые судьи Евгений Бездощук, Тимур Хаметов. Рефери в октагоне Никита Меркулов, Идармач Идармачев. Судья-хронометрист Виталий Лиджинов. И открывает наш турнир поединок в величайшем весе. В синий угол клетки приглашается боец из России Бадри Мамаян. Здравствуйте, уважаемые любители единоборств. Приглашаем вас на 69-й турнир ММА-серии, который проходит в бойцовском поместье. Сегодня большой бойцовский вечер, много чего будет интересного. 10 боев в разных весовых категориях. Главное событие сегодняшнего турнира – Егор Блашкевич против Мигеля Джентилини. Королевский вес во главе турнира. Что может быть лучше? Ну а начинаем с парней сильно легче. А именно, Бадри Мамаян против Руслана Сиберзянова. Дивизион до 61 килограмма. Ваши комментаторы Алексей Володин и Ян Баранчук. Здравствуйте, друзья. Сегодня в карде много замен. Много ребят выходят на коротком уведомлении, в том числе и Бадри. Но тем непредсказуемее сегодня будут поединки. Как всегда, ММА-серия радует нас отличными турнирами. Уже полюбилось бойцовское поместье. Здесь спортсмены, да и мы тоже, все чувствуют себя как дома. Да, действительно, все, с одной стороны, традиционно, с другой, как ты верно, Яна, подметил, что много дебютантов, больше обычного. Поэтому сегодня мы вправе рассчитывать на именно бескомпромиссные и, возможно, скоротечные поединки. Красный угол клетки приглашается его соперник из России – Руслан Сиберзянов! А вот и соперник Бадри Мамаяна Руслан Сиберзянов – представляет Академию единоборств Обнинска. Собственно, именно из этого города, это 29-летний парень из Калужской области. Он кандидат мастера спорта по ММА и грэпплингу, многократный чемпион Калужской области. Сегодня дебютирует в качестве профессионального бойца ММА. Довольно внушительный рост у него для весовой категории до 57 килограммов, почти 170 сантиметров. Руслана Сиберзянова.
И довольно интересные у него татуировки, как вы можете видеть. Итак, слово Юрию Каткову. Представляю участников поединка. Боец в синем углу. Ему 22 года. Рост 175 сантиметров. Вес 61 килограмм ровно. Представляет Центр физкультуры и спорта из города Балабаново. Кандидат в мастера спорта по панкратиону. Сегодня у бойца профессиональный дебют из России. Встречайте, Бадрима Маян! И его соперник в красном углу. Ему 29 лет. Рост 161 сантиметр, вес 61 килограмм, 200 граммов. Родом из Обнинска, Калужская область. Кандидат в мастера спорта по ММА и грэпплингу. Боец дебютирует в профессиональном ММА из России. Приветствуйте, Руслан Саберсянов! Рефери в октагоне Никита Меркулов. Итак, начинается турнир ММА серия 69, легчайшая весовая категория. Бадри Мамаян против Руслана Саберзянова. Бадри в синем углу, Руслан в красном. Итак, три раунда по 5 минут, поехали. Два правши у нас в клетке. Сразу же по-хозяйски так центр клетки занимает Руслан Саберзянов. Подбирается поближе. И хороший левый боковой зашел сейчас точно в цель. С мидл-киком залетает на ближнюю дистанцию. Удар по корпусу и тут же перевод в исполнении Руслана. Хороший граунд-энд-паунд он демонстрирует. Полетели хаммерфисты просто со скоростью пули. Вы посмотрите, как работает здесь Руслан. Вкладывается на все 100 и не жалеет сил. Посмотрим, хватит ли ему этого запала для того, чтобы все-таки финишировать соперника уже здесь и сейчас. Но пытается вязать его Бадри Мамаян. Но удушающий. Выходит, да, на удушающий прием. Не получилось затянуть захват на шее оппонента с первого раза. Продолжается весьма проворная борьба в исполнении Саберзянова. Практически в маунте находился Руслан Саберзянов. И продолжает он аккуратно работать. Но чистых ударов там пока не так много. Успевает перекрываться. Практически глухая оборона в исполнении Бадри Мамаяна. Да, вот этот стартовый натиск Саберзянова уже длится целую минуту. И не думает Руслан его заканчивать. Терпит Бадри Мамаян. Но здесь вопрос такой, что произойдет раньше? Закончатся силы у Руслана или же перестанет сопротивляться Бадри? Заходит полный маунт полноценный Руслан Саберзянов. Локти пока не подключает. Пытается завязаться Бадри Мамаян и как-то минимизировать ущерб. Здесь полоборота защищается. Одна нога там уже где нужно. Может быть, еще один удушающий? Нет, все-таки возвращается все в прежнюю позицию. Еще один хаммерфест. Да, пытался отдать спину Бадри Мамаян, но не получилось. И продолжает работать из маунта. Ручной треугольник возможен. Хорошая позиция. Уже, еще одна попытка удушающая. Вот сейчас хороший удушающий захват, плотный, и сдается Бадри Мамаян. Сколько? 2 минуты практически, минуту 58 потребовалось Руслану Саберзянову, чтобы заставить оппонента капитулировать. Мужественно поборонялся Бадри, но все-таки заставил его Руслан уйти в глухую оборону. Не сумел выдержать вот этот невероятный натиск Бадри. И в итоге проиграл удушающим. Конечно, обидно наверняка терпеть такие поражения, когда ты не сумел показать практически ничего. Но посмотрите, какие цифры у Руслана. За практически 2 минуты он выбросил 58 ударов. И 47 из них он попал. Но не забываем, что Бадри Мамаян вышел на этот поединок на сверхкоротком уведомлении вместо Рахмаджона Рахматова. Буквально там за день, может быть, даже меньше стало известно об его участии в этом поединке. Так что я думаю, что Руслан Саберзянов скажет еще своему оппоненту спасибо за то, что спас этот бой. Через одну минуту
56 секунд первого раунда. Победу удушающим приемом одержал боец красного угла Руслан Саберзянов! Поздравляем Руслана с победой в этом поединке. Досрочно, ярко, красиво. Плюс ко всему, это дебют. Будем смотреть за этим бойцом и дальше. Возвращаемся в прямой эфир телеканала MMA-TV.com. Благодарим за поддержку авиакомпанию SmartAvia, официального перевозчика телеканала MMA-TV.com. Российская авиакомпания SmartAvia – лоукостер нового смарт-формата. Низкие цены, обновленное меню, бортовая система сервиса и развлечений приятно удивят вас. Выгодно и с умом на flysmartavia.com. И прямо сейчас второй поединок нашего андеркарда. И снова легчайшая весовая категория. В синий угол октагона приглашается боец из России Ахмед Гамзатов! Итак, еще один бой в категории до 61 килограмма. Ахмед Гамзатов против Бахтиёра Махмадова. Ахмед – боец 1998 года рождения, который имеет просто огромное количество любительских наград. Но вот профессиональный дебют случится на наших глазах прямо сейчас.
А так как мастер спорта по ММА, кандидат мастера спорта по рукопашному бою, двукратный призер чемпионата России по армейскому рукопашному бою, призер Кубка России по ММА, чемпион гран-при городов воинской славы. Но было это в Колпино в 2018 году. Его соперник из Таджикистана Бахтиёр Махмадов. А вот и соперник Ахмеда Гамзатова, Бахтиёр Махмадов. Мало что мы знаем об этом парне, кроме того, что он сегодня дебютирует. Ему 23 года, и он представляет клуб CDBLL. Ну и, кстати, напоминаем, дорогие друзья, что если вы любите ММА и наш промоушен, вы должны быть с нами. Уже сейчас покупайте билеты на грандиозный турнир лета. ММА-серия 70 «Все звезды», который пройдет 1 июля в Москве в Лужниках в Международном центре бокса. Кстати, купив билеты, придя на события, вы сможете выиграть настоящий мотоцикл боевой породы. Билеты на сайте mmaseries.com. Представляю участников поединка. Боец в синем углу. Ему 25 лет. Рост 168 сантиметров, вес 61 килограмм 500 граммов. Мастер спорта по ММА и кандидат мастера спорта по рукопашному бою. Сегодня у бойца профессиональный дебют из России. Приветствуйте, Ахмед Гамзатов! Его соперник – боец в красном углу. Ему 23 года. Рост 168 сантиметров, вес 63 килограмма. Боец начинает бой с желтой карточкой. Он родом из Таджикистана, представляет клуб «Шейди Билл». Боец дебютирует в профессиональном ММА. Встречайте, Бахтиёр Махмадов! Рефери в октагоне Никита Меркулов. Начинается противостояние между Ахмедом Гамзатовым и Бахтиёром Махмадовым. Бахтиёр в красном углу, Ахмед в синем. По-прежнему у нас легчайшая весовая категория. И сразу обращаем ваше внимание, что эту встречу начинает Бахтиёр с желтой карточкой, то есть у него минус один балл. Возможно, это будет играть роль, если встреча дойдет до решения. Пытается подавливать Махмадов на первых секундах этой встречи. Гамзатов тянул соперника на себя. Сейчас пропускает удар справа. Ахмед. И по корпусу. Неплохой удар. Еще до попадания. И какая ответная атака. Включился на все стопы Бахтиёр Махмадов. Хочет все закончить здесь и сейчас. Вынужденно Гамзатов идет в борьбу. Да, очень плотное попадание. Но сумел все-таки уже на рефлексах, судя по всему, Ахмед Гамзатов перехватить эту атаку на настиле. Пытается... Нет, не получается сделать плотный захват на гильотину. Уже обошел гард Ахмед Гамзатов. Да, задушить отсюда очень сложно. И, возможно, сейчас Бахтиёр Махмадов потратит много сил. Здесь хавгард. Неплохую диагональ Ахмед Гамзатов может получить, если освободит голову. До этого остается, скорее всего, не так много времени. Мастит здесь Бахтиёр. Колено, да, по корпусу пытается зацепом бросить Гамзатов, не получается. И по-прежнему рука Бахтиёра на шее соперника. Какой физически мощный боец Бахтиёр Махмадов. Смотрим. И сейчас может все перевернуться, на самом деле, и в другую сторону. Там взял захват уже Ахмед Гамзатов. Смотрим. Освободил голову. Сверху зашел в полный маунт. Да, Ахмед гораздо более техничный. Вот так закрепился в маунте, начинает разбивать соперника. Бахтиёр мастит, пытается закинуть ноги и выходит на скручивание пятки. Если возможность отсюда у Ахмеда наносить удар, пока не видно. Работа по корпусу, ну и кажется, проблем больших у Гамзатова с этим захватом нет. Да, думает, как дальше развивать эту позицию. Переносит Ахмед вес тела. И отсюда вот сейчас может появиться возможность для удара. Очень жесткое попадание справа в голову. Но Бахтиёр продолжает пытаться блокировать ноги
Гамзатова. Высокий маунт, локти пошли в дело. Хорошая амплитуда, прям в стиле Гегорда Мусаси. Сейчас начинает бивать удар за ударом Ахмед Гамзатов. Попытка перейти на удушающий прием, бэкмаунт. Да, вынужденно отдал спину сейчас Бахтиер. И здесь уже Гамзатов пытается закончить этот бой. Абсолютно никак не защищается соперник. Но Никита Меркулов все-таки не останавливает пока что поединок. Посмотрите, еще серия попаданий. Да-да-да, здесь помогает себе подбородком и пытается растянуть и все-таки сделать так называемый рерный кетчоп. Еще один шанс. Держится пока, держится Бахтиер Махмадов. Да, удушение в активной фазе. Но там, судя по всему, подбородок. И сейчас все закончится. Все, да. Все, сдается Бахтиер. Ну, бой был валидольным. Предполагалось, что Ахмед Гамзатов прям такой железобетонный фаворит, но Бахтиер показал очень достойное выступление и попортил нервы болельщикам и тренерам Ахмеда Гамзатова. Да, такой поединок, где фаворит все-таки одержал победу, но Бахтиер действительно очень хорошую атаку провел. Статистика на ваших экранах. Ну что ж, второй бой в легчайшем весе и второй финиш у нас вследствие удушающего приема сзади. В первом раунде. Смотрим еще раз, как это было. Да, вложился по полной программе в это удушение Ахмед Гамзатов. И где-то, наверное, секунд 30 терпел Бахтиер, но был вынужден постучать. Уже когда мышцы начало сводить судорогой, и дальше терпеть не было возможности. Но я думаю, что как минимум, когда Бахтиер сам пересмотрит свой поединок, вот стыдно ему точно не будет. Без сомнений. Так, ждем Юрия Каткова. Через 3 минуты 12 секунд первого раунда удушающим приемом победу одержал боец синего угла Ахмед Гамзатов! Поздравляем Ахмеда с ярким дебютом. Очень интересно, с кем его сведут организаторы в следующей встрече. Обязательное фото на память, и мы двигаемся дальше. Это ММА серия 69.
Вы смотрите прямой эфир на телеканале MMADefizTV.com. Турнир ММА серии 69. Бойцовское поместье. И у нас третий бой андеркарда. Поединок в полутяжелом весе. В синий угол октагона приглашается боец из России Дмитрий Чугунов. От легчайшего веса переходим сразу к полутяжелому. Дмитрий Чугунов. На ваших экранах 25-летний боец из Ржева, что в Тверской области, представляющий Союз славянских бойцов. Дмитрий – чемпион Тверской области по ушу сальдо и рукопашному бою, а по профи сегодня проводит свой первый бой. 185 сантиметров его рост, предпочитает работать в ударном стиле, особенно выделяется работа ног, причем умеет он грамотно менять этажи своих атак или уровни, как кому угодно. И у нас сейчас вообще будет довольно редкое в мире ММА противостояние. Даже для российского разлива Ржев против Липецка. Итак, капа на месте, последнее приготовление. Получает разрешение Дмитрий Чугунов на вход в клетку. И ждем его соперника Максима Федорова. И в красный угол клетки приглашается его соперник из России Максим Федоров. А вот и Максим Федоров на наших экранах. 29-летний боец из Липецка, он призер чемпионата Липецка по боксу и чемпион Липецкой области по карате. В качестве профессионального бойца Максим провел два поединка в 2020 году. Первый проиграл нокаутом Антону Сиваконю, а второй также нокаутом выиграл, у кого бы вы думали, у Антона Сиваконя. Но на оба боя парни потратили чуть больше 4 минут, и с тех пор больше не выступал Максим Федоров. Так что сегодня у него третий поединок после большого перерыва. Представляю участников поединка. Боец в синем углу. Ему 25 лет. Рост 185 сантиметров, вес 91 килограмм. Представляет клуб «Союз славянских бойцов». Боец дебютирует в профессиональном ММА. Из России приветствуйте, Дмитрий Чугунов! И его соперник в красном углу октагона. Ему 29 лет, рост 184 сантиметра, вес 92 килограмма 700 граммов. Родом из Липецка. Сегодня у бойца профессиональный дебют, представляющий Россию. Встречайте, Максим Федоров! Рефери в октагоне и Дармач, и Дармач. Итак, все готово к началу поединка в полутяжелом весе. Дмитрий Чугунов против Максима Федорова. Дмитрий в синем углу, Максим в красном. Итак, смотрим и не моргаем. Это тяжелые парни, большие парни. И самое главное, они оба предпочитают работать в ударном стиле. Активно ногами бьет на первых секундах Дмитрий Чугунов. И какой лоу-кик, а? Было высоковато, на грани фола, но все в порядке. Встреча продолжается, пауза не потребовалась. Левой рукой все-таки зацепил Чугунов оппонента. Еще один лоу-кик. Ох, кость в кость сейчас обменялись лоу-киками спортсмены. Активно перемещается Федоров, стараясь контролировать дистанцию. Но центр клетки занимает Дмитрий. Начинает Дмитрий выцеливать здесь по корпусу. И тут же боковой удар. Хорошая связка, но немного не хватило дистанции. Дмитрию есть попадание через руку от Максима Федорова.
Да, точно в челюсть пришелся этот удар, но его видел Дмитрий Чугунов, уже начал уходить с линии атаки, и попадание не стало критическим. Теперь уже подбирается с двумя джебами, потом правый прямой от Дмитрия. В целом темп невысокий, и, судя по всему, он устраивает обоих спортсменов. Да, и пока все у нас без борьбы. Возможно, это будет нестандартное и довольно креативное решение. Вот именно в этом противостоянии пытается работать первым номером Дмитрий Чугунов. Здесь периодически инициатива переходит из рук в руки. Такие сайд-кики, стоперы аккуратные. Но по-прежнему очень аккуратная манера, максимальная дистанция. Много атак не достигают цели. Вот сейчас заходил на правый оверхенд издалека Дмитрий. Да, Чугунов откровенно выцеливает этот удар. Видно, что это поставленная техника с разножки в области лезенки. Неплохо. Вот Дмитрия. Да, сейчас было крайне агрессивно. Ну, и в целом пока что есть ощущение, что план Дмитрия работает в большей степени. Он работает из центра, старается действовать первым номером, но больше сделал в этом раунде за 2,5 минуты. Хотя и у Максима тоже были неплохие моменты. И сейчас тоже попал. Кстати говоря, есть кровотечение у Дмитрия Чугунова из носа. И, возможно, будет затруднено дыхание. Бэкфист от бойца из синего угла. Но, опять же, есть преимущество в росте, в размахе. И пользуется этим Дмитрий. Пытается быть максимально свежим на ногах Максим. Кстати говоря, и в разных стойках он тоже работает. Уже вставал в этом раунде в левшу, но решил не бить. Локик от него. Ох, а вот сейчас такое было попадание в пах. Но, правда, Дмитрий на него никак абсолютно не отреагировал. Поединок продолжается, и, к счастью, пауза не потребовалась. Ну что ж, работа по замедлению друг друга уже проделана немалая. Ну, так что оба замедлились, получается. И вот здесь проход, да. Тот самый как раз. Пытается Максим прихватить соперника на гильотину, но осуществляет перевод Дмитрий. Положение сидя, оказывается, Федоров. Посмотрим, как Чугунов будет развивать эту атаку. 1,5 минуты до конца первого отрезка. И необходимо Дмитрию выдергивать таз на себя для того, чтобы улучшить позицию. Но там еще и голову нужно освободить. При этом ноги не закидывает Максим и максимально пока не вкладывается в эту гильотину. Хотя левая рука все-таки немного закисляется. Ну а для Дмитрия хороший вариант из этой позиции попытаться заблокировать ноги соперника замком, освободить постепенно голову, что он сейчас и делает, и нанести максимальный ущерб. Лишен мобильности в этом положении Максим Федоров, можно бить. И остается времени предостаточно, чтобы решить все вопросы в этом поединке у Дмитрия Чугунова. Диагональ, хороший хавгард, удушающий через руку. Правую ногу необходимо вывести там в боковую, идти, пытается это сделать. И вот так вот отдаляет немного Максима от сетки. Хорошая позиция. Нет, бросает. Это, знаете, вторая попытка. Но по-прежнему заблокирована правая нога Дмитрия Чугунова. И вот так вот плотно по корпусу получилось. Времени уже мало. 20 секунд всего до конца первого раунда. Ну что ж, все-таки сумел навязать борьбу Дмитрий Чугунов сопернику. И, возможно, именно это и будет ключевым фактором. Да, велика вероятность, что по итогам первого раунда судьи дадут предпочтение именно Дмитрию Чугунову. Это, кстати, первый раунд, который закончился в рамках сегодняшнего турнира, и, соответственно, первый перерыв. Статистика, вашему вниманию, 51-13 суммарно по ударам в пользу Дмитрия Чугунова. Но, опять же, в партере там, ну, как минимум половина из них, наверное, прилетела. Повторы. Не
не стали присаживаться бойцы за эти 60 секунд. И сейчас просят удалиться всех посторонних лиц. Впереди еще теоретически 10 минут боя. Но это максимально. Итак, Ржев против Липецка. Кто же окажется сильнее? Боец готов? Бой! Второй раунд. Сразу начинай, подсказывает Максиму Федорову. А начинает сразу Дмитрий Чугунов. Уже выбрасывает уже полюбившуюся нам комбинацию. И middle kick в область печени. Кивнул головой, признавая мощь атаки своего соперника Максим. И пошел вперед. Супермен панч придумал здесь Максим Федоров. Неплохо и оригинально у него получилось. А до этого Дмитрий Чугунов пробивал комбинацию, которую очень любит Дмитрий Минаков, кстати говоря. Тимоти Джонсона в свое время так нокаутировал. Через удар ногой сразу добавляет руку. Бэкфест. А уже не впервые Дмитрий пользуется этим техническим элементом. Хлестка. Так, Максим, как тренер, хвалит своего соперника за успешные действия. На самом деле, функциональная разница сейчас может выйти на первый план, хотя еще и до середины бой не дошел. Еще один удар по корпусу. Немного взвинчивает темп Дмитрий Чугунов. Пока не видит Чугунов возможности для атаки. Но при этом работает дисциплинированно. Очень плотные попадания ногами с дальней дистанции у Дмитрия Чугунова. Он набирает баллы. Он фронт-кик неплохо. Заставляет соперника реагировать. А вот на кулаках далеко не все получается, скажем так, и у Дмитрия, и у Максима. Капа вылетела. Но и необходимо Максиму Федорову восстановить каким-то образом дыхание. По защите. Две минуты позади во втором раунде. И по-прежнему инициатива в руках Дмитрия Чугунова. Сейчас попытался ворваться на среднюю дистанцию Максим. Одиночный левый по корпусу. Удар и попадание в пах в ответ. Да, сейчас будет небольшой перерыв. В нейтральный угол должен отправиться на Максим Федоров. Ну что ж, до 5 минут может длиться эта пауза. Удар был серьезным. Давайте еще раз посмотрим. Да, пытается восстановиться Максим. Прыгает на пятках. Ну и получается у нас такой небольшой минутный перерыв внутри раунда. И это, опять же, возможность для того, чтобы восстановиться. Чем как раз сейчас Дмитрий Чугунов и пользуется. Ну да, в этом отношении оба находятся в одинаковой позиции. То есть восстанавливается и от пропущенного удара в пах. И вообще имеет возможность восстановить силы Максим Федоров. Но Дмитрий тоже отдыхает. Получается такой дополнительный перерыв внутри второго раунда. И будем надеяться, что Максим найдет в себе силы оправиться от этого повреждения. Ну и пока у нас пауза, еще раз напоминаем, что в главном поединке сегодняшнего турнира Егор Блашкевич будет сражаться с Мигелем Джентилини. Причем Егор вышел на коротком уведомлении вместо Бугры Алпарслана. Ну а в кумейн-ивенте долгожданный полуфинал гран-при в наилегчайшем весе. Вот как раз Джентилини против Блашкевича, мейн-ивент. Блашкевич — это, конечно, парень очень ярый, бодрый, рисковый. Ну и прозвище Тор у него не случайно. И Дильшот Кубай против Григория Мишина. Это ко-мейн-ивент. Асан Азизов уже в финале. И наверняка он будет пристально смотреть за этим поединком. Ну и не будем скрывать, что Мишин все-таки фаворит.
Ну и пока у нас продолжается пауза, поздравим наших ребят, которые выступали за океаном буквально в эту ночь. Вадим Немков провел очередную защиту титула, победил легендарного кубинца Йоэля Ромеро. Также Гаджира Баданов одержал очередную победу. И, конечно же, отрадно, что Денис Гольцов и Марина Мохнаткина также обеспечили себе места в полуфиналах сезона ПФЛ 2023 года. Тоже победили, естественно. Да, пока этот уикенд складывается хорошо для российских спортсменов, но этот уикенд еще не завершен. Еще не будет все выступление, да, Цурукяна, Муслима Салихова, Петросяна. Так что много боев, хороших и разных, как говорит наш коллега Роман Мазуров. Ну что ж, будет ли продолжен бой? Вальтер Уокер здесь же находится, фронтмен зала Гор ММА, ну и Гор Зян также присутствует здесь, в бойцовском поместье. Я секундомер не включал, но кажется, 5 минут уже должны были пройти. Сразу же с лоу-кика начинает свои атаки Дмитрий. Так, низко опускает голову Максим Федоров. Еще один мидл-кик и сразу же правый прямой. Мощно отрабатывает навстречу по идущему вперед сопернику Дмитрий Чугунов. Вот насколько хватит этого запала у Максима. Здесь он включился и тейкдаун навстречу. Как и в первом раунде, капа вылетела, кстати говоря. Но сразу ее, возможно, возвращать на место и не будут. Необходимо, чтобы эпизод был завершен. У болевой на ногу пошел. Да, ущемление ахилла. Выполняет все, остается Максим. Отличный прием. Очень редко мы его видим, к сожалению, в смешанных единоборствах. Это классика самбо, дорогие друзья. Мастера бразильского джиу-джитсу, грэпплинга предпочитают, как правило, скручивать пятки. А вот ущемление ахилла – это именно спортивное самбо. Поздравляем Дмитрия Чугунова с этой красивой победой. Полутяжелая весовая категория. Кстати, в этом весе нас сегодня ждет еще одно противостояние. Магомед Саидов встретится с Муслимом Мадалиевым. Это будет 7-й поединок вечера. Пока все бои на турнире ММА из серии 69 заканчиваются досрочно. Через 2 минуты 43 секунды второго раунда болевым приемом на ногу победу одержал боец из синего угла Дмитрий Чугунов. Вот так вот чемпион Тверской области по ушу-сенда и рукопашному бою выигрывает ущемление ахиллова сухожилия. Поздравляем Дмитрия.
Возвращаемся в прямой эфир телеканала MMA-TV.com. Мейн-карт нашего турнира открывают бойцы в легкой весовой категории. В синий угол октагона приглашается боец из Узбекистана Джахангир Хамроев. Итак, легкая весовая категория. Джахангир Хамроев на ваших экранах. Еще один перспективный и молодой боец на сегодняшнем турнире. Хамроеву 19 лет. Он мастер спорта по тхэквондо. И, как вы понимаете, в бою предпочитает наносить урон с комфортной и длинной дистанции. При этом нельзя сказать, что у Джахангира выдающиеся данные. Рост у него 176 сантиметров. По профи в ММА провел бой. Сегодня проводит первый бой. А вот топ ММА выступление уже состоялось. В декабре прошлого года Джахангир оказался сильнее Владислава Бутырского по прозвищу Старлей. Представляет Хамроев клуб «Алатар» из Узбекистана. И сегодня будет целая плеяда бойцов из этого зала. Красный угол клетки приглашается его соперник из России – Умар Магомедов. Ну а сейчас на наших экранах Умар Магомедов, 32-летний боец, представляющий клуб «Гор ММА». Он старший брат Шары Буллета. Дебютирует в качестве профессионального бойца и учился Умар в знаменитой школе «Пять сторон света», то есть выходец из Ушу Саньда. Посмотрим, что покажет. Но это определенная ответственность уже принадлежать к такой бойцовской семье. Представляю участников поединка. Боец в синем углу. Ему 19 лет, рост 176 сантиметров, вес 70 килограммов. Представляет клуб «Алатар», Узбекистан. Боец дебютирует в профессиональном ММА. Приветствуйте, Джахангир Хамроев! И его соперник в красном углу. Ему 32 года, рост 182 сантиметра, вес 70 килограммов, ровно представляет клуб «Гор ММА» из Москвы. Сегодня у бойца профессиональный дебют из России. Встречайте, Умар Магомедов! Рефери в октагоне, Идар Мач. Начинается поединок в легкой весовой категории. Это первый бой основного карда турнира ММА-серия 69. Умар Магомедов в красном углу, в синем Джахангир Хамроев. Поехали. На бумаге два дебютанта, но при этом очень большая разница в возрасте. Сразу начинает прессинговать Умар Магомедов. Пытается навязать борьбу Джахангир и читается здесь его план на бой. Ну, опять же, да, база тхэквондо, но, тем не менее, Джахангир сразу же бросается в борьбу, атакует левую ногу соперника, там прихватывает шорты, так делать нельзя, рефери вмешивается и абсолютно правильно поступает. Пока нет перевода, с обороной полный порядок, но никак оттянуть от себя не может Умар Магомедов оппонента. Продолжается у нас довольно вязкая борьба у сетки. С одной стороны, получается у Джахангира оппонента блокировать, но перевод ему не удается.
Пока он вкладывает корпус. Дальнюю ногу зацепить у Хабраева не получилось. Но попыток он не теряет. Хороший локоть от Умара. Еще один туда, куда нужно. Пошли удары. Да, нашел место, которое не защищено у Джихангира. И Помар Магомедов и продолжает работать. Здесь действительно он набирает больше баллов. Потому что просто контроль мы видим от Хамроева. Умар наносит ущерб. И все. И вот это да. Вот это да. Что-то с рукой случилось у Джихангира. Да, травма, к сожалению, правой руки. Именно ей предпринимал основные усилия Джихангир Хамроев. Да, к сожалению... Там что-то с суставом, возможно, вылетел локоть. Ну, может быть что-то с мышцей. Помнишь, как... Разрыв, да. Да, бывает такое, когда проблемы там с бицепсом, например. Но будем надеяться, что все в порядке, что все-таки ничего страшного с Джихангиром не произошло. Сейчас локоть заморозят, ну и, конечно же, бригада скорой помощи, естественно, присутствует на турнире. Необходимую помощь окажут Джихангиру. Да, и очень обидная травма, потому что там не было падения на руку, там не было болевого приема. Ну, практически на ровном месте получил это повреждение Джихангир Хамроев. Но это ни в коем случае не умаляет заслуги Умара Магомедова. Он уверенно защищался, бил, наносил максимально возможный ущерб. Но и в итоге, так, к сожалению, не сумел раскрыться в своем профессиональном дебюте на 100%, одержал победу. Ну и, возможно, выступит совсем скоро. И, возможно, выступит быстрее, чем его брат. И все-таки на центр приглашаются бойцы, хотя уже покинуть клетку Джихангир Хамроев. Да, там что-то очень нехорошее с рукой. Джихангира просто висит, она как плеть. Через 1 минуту 23 секунды первого раунда техническим нокаутом ввиду травмы соперника победу одержал боец красного угла Умар Магомедов! Поздравляем Умара Магомедова с успешным дебютом. И действительно, учитывая, что ущерба он никакого не получил, надеемся, что увидим его вскоре на очередном турнире ММА-серии.
Вы смотрите прямой эфир на телеканале MMADefizTV.com. Турнир ММА серия 69 «Бойцовское поместье». Пятый поединок на очереди. Полулегкий вес. В синий угол октагона приглашается боец из Кыргызстана. Беслан Акбаров! Вновь возвращаемся к легчайшей весовой категории. Беслан Акбаров сейчас начнет свое движение к метке. Ему предстоит сражение с Максимом Дзюпиным. Ну и, как мы ранее говорили, довольно много изменений в карде. И случились они буквально не за несколько дней, а даже за несколько часов до начала мероприятия. Так вот, Беслан Акбаров как раз один из тех героев, которому вот довелось оказаться в роли спасающего вечер. А изначальный соперник Азизбек Абдулхамидов, соперник Максима Дзюпина, сегодня все-таки выступит. Но будет он биться с другим бойцом, будет он биться с Ильей Харитоновым, который здорово себя проявил не так давно в Казани. Итак, Беслан Акбаров, два поединка он уже провел в качестве бойца смешанного стиля. Одна победа и одно поражение. Да, причем дрался в прошлом году, сначала задушил Женебека Сулайманова. Это было 14 августа. И буквально через неделю проиграл Махачу Акачикову. 21 августа. С тех пор не выступал. 22 года. И в красный угол приглашается его соперник из России — Максим Дзюпин. А вот и Максим Дзюпин, 28-летний боец из Улан-Удэ. Он представляет команду «Львиное сердце» и клуб «Самсон». Максим – кандидат в мастера спорта, чемпион России по ушу и панкратиону. Профессионально выступает с 2018-го. Дерется часто и с переменным успехом. Всего 8 побед, 6 поражений. Подавляющее большинство поединков с его участием дошло до решения. По одной всего победе и поражению нокаутом, лишь одна победа приемом, а при этом у него две победы и одна неудача в ММА-серии. Он одолел Егора Замараева и Нурсултана Жумадилде Улу. Проиграл Грише Мелконяну. Но проиграть Грише Мелконяну, в общем, не зазорно. Очень крутой парень. Ну и вообще сплав Сергея Тарасяна и Армена Гуляна, конечно, дает очень большие всходы в мире ММА, так скажем. Представляю участников поединка. Боец в синем углу. Ему 22 года, рост 174 сантиметра, вес 65 килограммов, 90 граммов. Представляет клуб «Эрт» из Кыргызстана. Рекорд бойца. Одна победа и одно поражение. Приветствуйте, Беслан Акбаров! И его соперник – боец в красном углу. Ему 28 лет, рост 169 сантиметров, вес 66 килограммов 100 грамм. Кандидат в мастера спорта по ушу и панкратиону. Чемпион России по ушу и панкратиону. Представляет город Улан-Удэ и клуб «Львиное сердце». Профессиональный рекорд бойца. 8 побед при 6 поражениях. Из России встречайте, Максим Дзюпин! Рефери в октагоне Никита Меркулов. Продолжает свою работу на турнире Никита Меркулов. Итак, полулегкая все-таки весовая категория. Беслан Акбаров в синем углу, в красном Максим Дзюпин. Смотрим. 3 раунда по 5 минут. Начинается встреча. Немного повыше Беслан Акбаров. А у него лучше размах, вернее, шире. И активно он пользуется своим преимуществом в антропометрии. Пытается выбрасывать удары с дальней дистанции. Максим ищет варианты для прохода на удобное расстояние. Пока довольно много лоу-киков и подбор той самой дистанции. Ну что ж, с места в карьер начал этот поединок Беслан Акбаров без раскачки.
Да, Беслан хорошо чувствует дистанцию. И пропустил по печени. Хлесткий лоу-кик в ответ от Акбарова. Пытается организовать прессинг Максим Дюпин. И заход в борьбу под номером один. Довольно легко получается совершить тейкдаун Максиму. Позиция хавгарда. Что дальше? А дальше Максим пытается обойти защиту соперника. Пока что диагональ. Правую ногу не переносит. Взял, закрыл замок ногами. И можно подключать локти уже в этой позиции. Посмотрим, получится ли это сделать у Максима. Также отсюда можно попытаться выйти в позицию бокового контроля. Левое колено заработало у Максима Дюпина по корпусу соперника. И гард закрывает Беслан Акбаров. Ну что ж, отсюда можно очень уверенно и спокойно работать. Времени предостаточно у Максима Дюпина. Самое главное — сохранять необходимую активность для того, чтобы рефери не принимал стойку. Старается также максимально возможный ущерб снизу наносить Беслан Акбаров. Тоже выбрасывает удары. Но и активен мы видим Максим Дюпин. Также Беслан продемонстрировал, что умеет он работать довольно высоко ногами. И уже угрожал один раз теоретически возможным треугольником. Обходит здесь защиту Максим Дюпин. Но возвращается в гард. В целом неторопливое течение поединка. Мы наблюдаем достаточно активности в исполнении Максима для того, чтобы не было подъема спортсменов в стойку. Обеспечил себе таким образом Максим минимальное преимущество и работает сейчас на набор очков. Но посмотрите, боковой контроль. Отсюда можно и гораздо больше урона уже нанести. Или же попытаться выйти в еще более выгодную позицию, full mount. Пытается там мастить Беслан. Пока не получается. И локти вскользь проходят. Очень методично работает Максим Дюпин. Никуда не торопится. Пытается сейчас отключить правую руку соперника. С первого раза не получается. И там хорошую амплитуду создает Максим. Подключает колени по корпусу и заход полный маунт. Сразу же переходит к растягиванию соперника. И по-прежнему много Максим внимания уделяет контролю. Очень устойчивые у него позиции. И но она становится все лучше и лучше. А времени вот полторы минуты еще есть. Можно работать. По корпусу несколько ударов. На коротке еще раз подключает правую руку. Уже постепенно перемещаются соперники ближе к сетке. Сейчас развернулись и уже головой к центру находится Беслан Акбаров. Последняя минута пошла, и здесь в идеальной позиции для того, чтобы финишировать соперника, находится Максим Дюпин. Но необходимо ему следить за тем, чтобы все-таки маунт не становился слишком высоким. Но и уже не дать возможности сбросить себя. Судя по всему, у Беслана уже совсем немного сил остается. Он отдает спину, возвращается в исходное положение. Но уже начал присматриваться к теоретическому рычагу локтя Максим Дюпин. Но приходится еще работать, бить. И справа, и слева перекрывается там активность. Проявляет максимально Максим Дюпин. Ну что, достаточно ли этого для остановки или нет? Да, локтем начинает просто утрамбовывать соперника. Уже второе требование от рефери. Все, технический нокаут. И мастерски отработал на протяжении всего этого раунда Максим Дюпин. Поздравляем его с этой победой. И победная сальто. Здесь же вот и статистика, вашему вниманию. 85 ударов донес до цели боец из Улан-Удэ. Да, шикарный, в общем, раунд. Такой, знаешь, как по учебнику все. Одна позиция, контроль, ущерб, вытягивание сил, следующая позиция, контроль, ущерб, улучшение и финиш. Получается, что отличный тайминг мы увидели от Максима Дюпина в том смысле, что он
четко рассчитал, что он будет делать на протяжении раунда, чтобы вот довести все до кульминации в самой концовке. И интересно, сколько будет продолжаться праздник в львином сердце. Он начался вчера, когда Эдуард Вартанян выиграл Артема Резникова. И, возможно, завершится завтра, если победу одержит Арман Сурукян. А шансы у него отличные. Ну что ж, досрочная победа Максима Дюпина. Через 4 минуты 50 секунд первого раунда техническим нокаутом победу одержал боец красного угла Максим Дюпин! Любимая, возвращайся домой. Скоро буду рядом. Возвращаемся в прямой эфир телеканала MMA-TV.com. Благодарим за поддержку авиакомпанию SmartAvia, официального перевозчика телеканала MMA-TV.com. Российская авиакомпания SmartAvia. Лоукостер нового смарт-формата. Низкие цены, обновленное меню, бортовая система сервиса и развлечений приятно удивят вас. Выгодно и с умом на flysmartavia.com. А у нас шестой поединок турнира. В этот раз в наилегчайшей весовой категории. В синий угол октагона приглашается боец из Азербайджана Имран
Магарамов! Итак, Имран Магарамов, 25-летний спортсмен из Азербайджана. Он чемпион мира по карате, грэпплингу и двукратный чемпион мира по ММА. Представляет команду Alliance Fighters и зал Universal Fighters. По профи карьеру Имран запустил в 2018 году, выиграл первый бой треугольника, но потом взял паузу аж на 3 года. Вернувшись, побеждать продолжил. Али Беляеву надавил решением Романа Савинчука приемом, а Куршитбека Сидикова нокаутировал. Далее последовал дебют в Brave Combat Federation, но закрепиться там не удалось, так как Имран потерпел первый на данный момент единственное поражение. В роли обидчика выступил Асул Мабаев, который выиграл решение. Ту неудачу Имран закрыл на 63-м турнире ММА-серии, где при помощи гильотины выиграл у Кирилла Мироненко уже в первом раунде. Что касается стиля Имрана, то он опирается в первую очередь на его борьбу. Очень хороший контроль, ground and pound, ну и арсенал приемов тоже впечатляет. Всего 5 побед и только одно поражение. Очень перспективный боец. И в красный угол приглашается его соперник из Узбекистана, Жамалетдин Зайнетдинов. Вот и соперник Имрана Магарамова, Жамалетдин Зайнетдинов. Но стоит отметить, что в этом противостоянии тоже не обошлось без замены и без выхода на коротком уведомлении. Должен был драться изначально против Имрана Айом Хабиров. Но буквально сегодня выяснилось, что он выступить не сможет. И Жамалетдин Зайнетдинов спасает фактически этот бой. Совсем еще молодой парень из Узбекистана, имеет на счету один профессиональный бой. 30 апреля треугольником за 10 секунд до окончания первого раунда одолел Тылыбека Улутаубая. Представляю участников поединка. Боец в синем углу. Ему 25 лет. Рост 165 сантиметров. Вес 50 килограммов ровно. Двукратный чемпион мира по ММА и чемпион мира по карате. Профессиональный рекорд бойца. 5 побед и 1 поражение. Представляющий клуб Universal Fighters из Азербайджана. Встречайте, Имран Магарамов! И его соперник в красном углу. Ему 22 года, рост 171 сантиметр, вес 57 килограммов. Рекорд бойца. 1 победа без поражений из Узбекистана. Жамалетдин Зайнетдинов! Рекорд в октагоне Никита Меркулов. Никита Меркулов продолжает трудиться в клетке в качестве рефери. Ну а в качестве бойцов сейчас проделают свою работу Имран Магарамов и Жамалетдин Зайнетдинов. Имран в синем углу, Жамалетдин в красном. Сразу же начинает прессинговать. Магарамов выиграл пространство, но пока в борьбу не идет, хотя это его базовая техника. Активно ногами с дальней дистанции работает Жамалетдин. И вот так вертушкой зарядил Имран Магарамов. Сумел поставить блок Зайнетдинов. Да, возможно, сегодня Магарамов будет работать максимально разнообразно и попробует что-то новое. Постарается, может быть, нокаутировать ударом с вращением не только ногой, но и рукой. Сразу ножки атака, но здесь пока нет точных попаданий. Пока много красивой работы с дальней дистанции, но все это не очень эффективно. Поймал Имран Магарамов сейчас соперник ударом слева. И уже вцепился в него. Хороший плотный захват. Пытался там за сетку зацепиться. Взял гильотину, какую мощную! Смотрим, сорвется ли захват или нет. Увеличивает давление. Нет. Переворачивает просто соперника. И в хавгарде может продолжить атаку Имран Магарамов. Да, понял Имран, что вряд ли получится задушить оппонента. И сейчас
продолжает атаковать. На Настиле. Локоть довести до цели не получилось, по большому счету, у Имрана. Полторы минуты всего в этом поединке. Позади Имран уже сумел проделать определенную работу с переводом. Видели мы красивый бросок. Ну и, в общем, оказывается, он в итоге в гарде. Да, там был просто амплитуднейший перевод. Роскошный тейкдаун. Так, а нет ударов. Удается минимизировать Жамалетдину ущерб. Вот отсюда с высоты собственного роста можно войти. Первый удар был мимо. Интересно, куда будет метить? В голову или корпус? Имран Магарамов. Апкик! Здорово! Это было очень неприятно. И вынужден вернуться в гард Имран Магарамов, пропустив удар ногой в голову. Да, очень хороший темп. Это весовая категория до 57 килограммов. Сегодня увидим еще и полуфинал гран-при. Там есть повреждение на лице у Имрана. Да, рассечение под левым глазом. Гард закрыт. Огрызается Зайнетдинов, находясь на спине, старается наносить максимальный ущерб. И плоды эта тактика приносит, как мы видим. Локоть на коротке. Вот так вот вышел на замену Жамалетдин Зайнетдинов и показывает очень хорошее выступление. Пока сопротивляется. Все-таки опыт у Имрана Магарамова запредельный. Нет, гильотин здесь не получится. Напомним, что у Зайнетдинова единственная победа в его пока что единственном профессиональном поединке достигнута как раз треугольником. Так что из этой позиции, возможно, он попробует предпринять нечто подобное. Но если Жамалетдин переиграет Имрана в борьбе, это будет, ну, наверное, не просто апсет, а апсетище. Ну, пока что апсетов в рамках сегодняшнего турнира не было. Так что кто знает. Но продолжает очень уверенно работать Имран, не рискует. И справедливости ради отметим, что и Жамалетдин пока что опасности не создавал. И именно по этой причине Никита Меркулов поднимает оппонентов в стойку. Полторы минуты еще есть. Поддерживает довольно высокий темп Имран. Начинает прицеливаться. Подбирается поближе. Ни в коем случае нельзя застаиваться Жамалетдину. Взрывается двойкой Зайнетдинов. Еще два удара. И вот такая серия ударов в прыжке. Здорово! Магарамова. Сразу перевод на настил. Обход гарда. Просто шикарнейший тейкдаун навстречу. Все четко, безупречно сделал Имран. И уже вовсю идет последняя минута первого раунда. А как вам комбинация колена в прыжке и сразу же боковой? Последняя минута. Ну что ж, Имран Магарамов выигрывает дебютный отрезок, но досрочно одолеть Жамалетдина в первом раунде ему, похоже, не удастся. Еще 30 секунд, конечно, есть. Более того, здесь шея давно. Абсолютно Имран не опасается борцовских качеств соперника. Ну, Жамалетдин уже сделал больше, чем от него многие ожидали. Очень дерзко себя этот парень ведет в клетке против фаворита. Нанес ему хороший ущерб. И здесь мимо. Последнее мгновение. Выкинет еще что-нибудь Имран Магарамов или нет. Там заходил на вертушку, но не успел просто выбросить удар. Оверхенд и слева зацепил. Пока все. Смотрите, а по ударам-то 24 на 27. Но все-таки локти, тейкдауны и общий контроль на стороне Имрана. Да, получается по общему количеству попаданий примерный паритет, но по дополнительным факторам Имран смотрелся лучше. Смотрим сейчас, да, был момент с апкиком и шикарные тейкдауны от Имрана Магарамова. Спасибо большое за этот повтор нашему режиссеру Денису Шуленину, который сегодня отмечает свой день рождения. И с радостью поздравляем его с этим событием. Долгих лет и творческих успехов, конечно же. Итак, второй раунд. Кто бы думал, что он начнется в этом противостоянии? А это случилось.
Ну и в целом первый раунд получился довольно конкурентным. Сразу же идет вперед Имран Магарамов. Пока без ударов. И первая комбинация от Джамалидина. Мимо цели. Магарамов аккуратно держится на комфортной для себя дистанции. И посмотрите, какая работа корпуса. Просто как в матрице, как Киану Ривз отработал Имран Магарамов. Да, такие финты мы часто видим в One Championship от тай-боксеров. Еще одна вертушка. Очень хочет именно этим ударом закончить бой Имран Магарамов. А я вот не уверен, нет, если честно. Там удар с вращением, да, но колено в прыжке тоже дважды было. Ну, то есть думаешь, не хочет? Нет, не факт, что именно вертушкой. Но если он бил раз, наверное, 5, то, наверное, хочет. И он еще раз пытается отвечать здесь Джамалидин. Посмотрим, какая комбинация. Вот еще одна вертушка от Имрана. Ответные действия. Кстати говоря, Мухтар надо там исполнить Зайнединов, но не получилось. Джамалидин старается на каждую атаку Имрана Магарамова отвечать собственными активными действиями. Да, это не всегда эффективно, но и Имран тоже немного попадает во втором раунде. И когда будет тейкдаун, интересно. Возможно, время для него уже пришло. На сайдстепе атаку ищет Имран. Поддавливает неплохо. Джанидинов. Заруба на средней дистанции. Причем инициатором стал именно Зайнединов. Разозлился Джамалидин. Ну, и это хорошо. 2 минуты позади во втором раунде. Интрига сохраняется. Да, Джамалидин действительно дает бой более опытному спортсмену. Бэкфистом, а не прошел ли он? Отсюда было не видно. Бросок. Да, бросает. Причем Джамалидин передней подножкой оказывается в гарде у Имрана Магарамова. Посмотрите, сразу же пошло добивание. Теперь гильотину пытается набросить, обходит соперника. Не получается это сделать. И теперь уже перехватывает инициативу Имран. Да, и получилось это сделать у Магарамова как-то очень легко. Как будто бы сам себя переиграл в партере Джамалидин. Колено по корпусу, середина боя. Сейчас очень важно Имрану не выпустить соперника, потому что в стойке на самом деле были качели. Да и в борьбе тоже очень неплохо смотрелся Джамалидин. Ну а сейчас мы видим, да, колени выбрасывает периодически Имран Магарамов. Джамалидин, посмотрите, снизу пытается ногами отключить правую руку соперника. Локоть старался донести. Правую ногу на живот не заносит. Постепенно выводит бедра, пытается оказаться в полоборота к сопернику Джамалидин, но уверенно контролирует его Имран Магарамов. Правда, серьезного ущерба с его стороны мы не видим. И вот сейчас как мастил мощно Джамалидин. Очень много сил тратит Имран Магарамов на сохранение именно этой позиции. Руку, правую руку соперника пока не отключает, даже не пытается это сделать. И работает по корпусу. 1,5 минуты. Вот сейчас хорошая позиция для улучшения. Да, сразу же Никита Меркулов подсказывает Джамалидину, что надо действовать аккуратнее, чтобы не попасть коленом в голову сопернику. Приближается последняя минута второго раунда. И сейчас оказывается в маунте Имран. И времени на самом деле еще много. Аккуратный здесь удар, беспокоящий. Здесь силы тратит Джамалидин Зайнединов, но сделать ничего не может. Минимизирует, конечно, ущерб, прижимается как получается. А вот здесь удушающий через руку так, да, начинает вырисовываться. Но пока что делает ставку на удары Имран Магарамов. Разворачиваются соперники теперь уже головой к центру клетки. По корпусу. 40 секунд до конца второго раунда, который изначально казался очень близким, но, конечно, в 4-ю и 5-ю минуты в одну калитку в борьбе забирает Магарамов. И здесь добивающие уже удары могут последовать. Но, опять же, нужен один акцентированный чистый удар. А с ним определенные проблемы у Имрана. Ручной треугольник. 20 секунд. Успеет или нет? Смотрим, смотрим. Неужели еще одна победа на последних секундах? Терпит, терпит Джамалидин. И
И... Нет-нет-нет, да, все в порядке. Сопротивляется и чувствует, что не получится задушить. Имран Магарамов, еще несколько попаданий, и все, заканчивается второй раунд, перерыв. Но героическая концовка для Жамалетдинова. Просто невероятную стойкость проявил Жамалетдин уже в этом поединке. Нет, брат, большой. Да, Зайнетдинов решил не сдаваться, во что бы то ни стало. Терпел до конца. Глубоко дыши, да, был близок. Большие делай. Имран Магарамов уже на последних секундах к победе удушающим, но и здесь. 5 минут, брат, 5 минут. Жамалетдин Зайнетдинов оказался на высоте. Но 2 раунда он проиграл. Заканчивается перерыв. Там катманы работают. Необходимо протереть настил. И необходимо также протереть спортсмена, чем и занимается Никита Меркулов. Итак, третий, заключительный раунд. Погнали. Третий раунд. Имран Магарамов против Жамалетдина Зайнетдинова. Сможет ли Имран максимально быстро навязать борьбу? Фронт-кик. Дистанционный, хороший от Жамалетдина. Много финтов от Зайнетдинова. Пока здесь разведка в третьем раунде. Не форсирует события. Имран ждет первое движение. Бэкфист мимо и вертушка от азербайджанского бойца также пришлась мимо цели. Очередная комбинация от Жамалетдина. Он очень грамотно продолжает свои атаки после прямых ударов, затем сразу же переходит к вращению. Вот теперь Имран Магарамов. Могло бы получиться очень круто, но сразу же начал кувырок вперед Жамалетдин. И в итоге накрыл его Имран, но планировался-то суплекс. Да, и зачем тратить силы, когда можно просто чуть-чуть подождать и грамотно скандрить. Вообще энергию не потратил Имран для того, чтобы оказаться вот в такой выгодной позиции. Хотя, посмотрите, гард там чуть-чуть подработал снизу Жамалетдин. Времени предостаточно. И такая классическая позиция. Гард в центре клетки. В общем, третий раунд, по сути, в распоряжении Имрана Магарамова. Мы знаем, что этот боец очень грамотно умеет работать в подобных позициях и улучшать постепенно свое положение относительно соперника. Да, и получается, что сегодня много чего показал Имран из своего арсенала. Вопрос в другом. Мало что прошло. Да, и технику карате он показал, и красивый грэплинг. Но в итоге контроль и корпус-голова, классическая работа. И близок Магарамов к победе по очкам. Но все-таки, может быть, мы увидим и удушающий прием. Очень хороший заход был на ручной треугольник. Смотрите, здесь не работает корпусом, тазом Имран для того, чтобы выйти из этой позиции и постараться обойти защиту. Жамалетдин сосредоточен на контроле корпуса оппонента своим гардом. Постоянно перехватывает то одну, то другую руку Имрана Магарамова. И в целом есть ощущение, что все-таки Жамалетдин должен дотерпеть до окончания этого раунда. Да, он проигрывает, но именно в таких поединках создают себе репутацию молодые бойцы. Он выходил на коротком уведомлении в статусе жесточайшего андердога, но показывает очень крутой поединок, показывает характер. Уступает, но лично я уверен, что Федор Рыжов еще раз этого парня позовет. Уже он пройдет полный подготовительный лагерь, будет знать соперника и, возможно, покажет гораздо более уверенное выступление.
Уже более сотни ударов нанес Магарамов по оппоненту. По-прежнему вязкая, тягучая борьба, но она непрерывная. Именно поэтому нет причин для того, чтобы поднимать бойцов. Полторы минуты еще есть. И справа, и слева работает Мемран Магарамов. Темп выбирает именно он в этой встрече. Небольшая пауза. Вот локти с оттяжкой еще не пробивал в этом эпизоде, в этой борьбе Имран. Ну что ж, Жамалетдин терпит и, кажется, уже смиряется с тем, что удача ему, скорее всего, не улыбнется. Да, оборона Жамалетдина очень вязкая в этом раунде. Он не рискует, он мог бы пытаться отдать спину, встать там, выйти из этой позиции, но он сосредоточен на контроле соперника. Уходят секунды, последние минуты этого поединка. Высоко отрабатывает ногами Жамалетдин. Да, ему приходится тяжело, он пытается там прихватить правую руку оппонента. Уже 20 секунд остается. И там гримаса исказила лицо Зайнетдинова. То ли сверхусилие он предпринимал, то ли больно этому парню. Возможно, получил повреждение. Ну что ж, наверное, уже можно поздравлять Имрана Магарамова со 6-й победой в карьере. Но достался он ему только вследствие судейского вердикта. Жамалетдину действительно большое спасибо за то, что спас этот поединок. Смотрите на лицо Имрана, все-таки рассечение. И вообще ударная техника у Зайнетдинова очень занимательная. Да, Жамалетдин, посмотрите, 69 ударов также попал. Жамалетдин Зайнетдинов, конечно, превзошел его и в том числе по этому показателю Имран Магарамов. В общем, оба молодцы. Имран сегодня сильнее, но Жамалетдин только начинает свой профессиональный путь. Потенциал у этого парня большой, безусловно. Будем ждать его вновь на турнирах ММА-серии. Так, ждем Юрия Каткова, который уже знает, какие именно оценки выставили судьи во главе с Олегом Бессунновым. Первый раунд, на самом деле, довольно интересен с точки зрения судейского разбора. Вот как мне так по горячим следам показалось. Ян, как думаешь, он был близок с той точки зрения? Ну, наиболее близок из трех, потому что во втором и в третьем вообще никаких вопросов нет. По окончании трех раундов боя единогласным решением судей победу одержал боец синего угла Имран Магарамов! Поздравляем Имрана Магарамова, отпахал три раунда и одержал уверенную победу единогласным решением судей.
продолжается 69-й турнир ММА-серии. И мы напоминаем, что сегодня в ко-мейн-эвенте Дильшот Кубаев сразится с Григорием Мишиным. Это наилегчайший вес, полуфинал гран-при. Ну а завершит сегодняшнее мероприятие бой между Егором Блашкевичем и Мигелем Джентилини в королевском тяжелом весе. Вы смотрите прямой эфир на телеканале MMA-TV.com. Турнир ММА-серия 69. Седьмой поединок вечера. Настало время тяжеловесов. В синий угол октагона приглашается боец из Узбекистана Муслим Мадалиев. Еще один поединок в полутяжелом весе. Вашему вниманию прямо сейчас Муслим Мадалиев. Начал движение клетки. Это 24-летний боец из Узбекистана, представляющий клуба «АЛЛАТАР» и «ЧУСТ ММА». Муслим любит рисковать в своих боях и всегда стремится к нокауту. Причем, как правило, ударная мощь опирается на ground and pound Мадалиева. В дебютной встрече по профи выиграть ему не удалось. И Биг Дэн Жинбеков сумел выиграть досрочно. А вот Абдул-Азиз Маразаков был побежден техническим нокаутом. Следом был успех во встрече с Куршедом Якубчони, которого Мадалиев одолел при помощи узла плеча. Ну а последнюю встречу, состоявшуюся год назад, этот парень провалил, уступив досрочно техническим нокаутом Кериму Даидову в организации «Октагон Промоушен». Таким образом, у Муслима две победы и столько же поражений. При этом есть простой в год. Посмотрим, скажется ли он. В соперниках у Муслима Мадалиева сегодня очень грозный Магомед Саидов. И в красный угол приглашается его соперник из России, Магомед Саидов! Магомед Саидов на наших экранах. 27-летний боец из Москвы представляет гор ММА на любительском уровне. Очень много дрался, но в этом отношении вершиной можно считать чемпионат России по ММА 2018 года. Там Магомед сумел выиграть у Ислама Умалатова и проиграть Резвану Куниеву. В качестве профессионала Саидов выступил пока три раза. В июне прошлого года при помощи роскошного удара ногой в голову и последовавших добивающих действий вывел из строя Саидбека Джарунова. Потом на ММА-серии 57 треугольником задушил Арсена Казиева. И в последнем бою в апреле на ММА-серии 65 в первом раунде задушил также Магди Сареми. Всего три победы без поражений, две победы в ММА-серии. Представляю участников поединка. Боец в синем углу. Ему 24 года, рост 180 сантиметров, вес 93 килограмма 200 граммов. Он представляет клуб «АЛЛАТАР ММА». Рекорд бойца – 2 победы и 2 поражения из Узбекистана. Приветствуйте, Муслим Мадалиев! Его соперник в красном углу, ему 27 лет, рост 190 сантиметров, вес 93 килограмма 400 граммов. Представляет московский клуб «ГОР ММА». Профессиональный рекорд бойца, 3 победы без поражений из России. Встречайте, Магомед Саидов! Рефери в октагоне, Идармач, Идармач.
Итак, полутяжелая весовая категория, дивизион до 93 килограммов. Вес Магомеда Анкалаева, но в клетке сейчас другой Магомед Саидов. Минон представляет Гором ММА, сражается он с Муслимом Мадалиевым. В синем углу Мадалиев. Аккуратное начало. 15 секунд без ударов. В этом поединке вообще может все идти до одной ошибки. Опять же, Магомед Саидов для полутяжеловеса, можно сказать, боец еще юный даже. Ну, как и его сегодняшний оппонент Муслим Мадалиев, еще на 3 года младше. Ну и опять же, как ты отмечал, опыт противостояния с такими бойцами, как, например, Ризван Куниев, это дорогого стоит. Кстати говоря, а не в тяжелом ли весе это происходило? Ну, вряд ли, судя по комплекции, да. Магомеда Саидова. Скорее, Ризван потом набрал. И сейчас опрометчиво весьма пошел в атаку Муслим Мадалиев. Магомед Саидов бросаться не стал. Еще один фронт-кик. Пытается сбить дыхание сопернику Саидов. Левый боковой от Мадалиева. Саидов пока что присматривается к оппоненту. Есть ощущение, что намерен Магомед все решить в одном эпизоде. Но пока никуда не дорогается. Попадает. И здесь добивающий удар. Все. Один удар. Как только я это сказал, практически в эту же секунду удар с вращением расставил все точки над «и» в этом противостоянии. Магомед Саидов 4-0. Пора. Решил вот в этот момент Магомед Саидов. Удар с разворота в голову. И дальше пара добивающих ударов зафиксировала победу техническим нокаутом в первом раунде. Ну что ж, перспективный тяжеловес, безусловно, Магомед Саидов. И главный удар-то зашел нечисто. Пришлось ногу докручивать. Довел этот удар и сохранил акцент в нем Магомед Саидов. В общем, хватило этого попадания для того, чтобы Муслим все-таки обрушился на настил. Приводят в себя Муслима Бадалиева. Ну что ж, еще один бой на 69-м турнире ММА серии завершился в первом раунде. Впереди еще три события. Илью Харитонова увидим, потом полуфинал Гран-при и главный бой вечера — Блажкевич против Джентилини. Ну и пока что бойцы клуба Гор ММА показывают 100% результат на этом турнире. Умар Магомедов одержал уверенную досрочную победу. Теперь его примеру последовал Магомед Саидов. Поздравляем. Через 1 минуту 28 секунд первого раунда нокаутом победу одержал боец красного угла Магомед Саидов!
Возвращаемся в прямой эфир телеканала MMA-TV.com. Мы все ближе к главным поединкам вечера. А сейчас восьмой бой в легкой весовой категории. В синий угол октагона приглашается боец из Узбекистана Азизбек Абдулхамидов. Вновь у нас легкая весовая категория. Азизбек Абдулхамидов против Ильи Харитонова. Изначально Азизбек должен был сражаться с Максимом Дюпиным и в полулегком весе. Но в итоге гонять ему пришлось еще меньше или вовсе не гонять. И сейчас он сразится именно с Ильей. Итак, Азизбек, боец из Узбекистана, представляющий клуб «Аватар». По профи в ММА Азизбек стартовал в 2021 году. Причем сделал это удачно, выиграв решение у Шукрулло Пайзулаева. Далее случилась первая и пока единственная осечка в карьере Азизбека. И он уступил приемом в первом раунде Нуржигиту Жумабаю. Был еще поединок 31 июля прошлого года, но он не занесет в ряд источников. Тем не менее, Абдулхамидов тогда сумел одолеть Шахзода Абдулаева. Причем есть разная статистика, где-то 3 победы и 1 поражение, где-то 2 победы и 1 поражение. Так или иначе, побед у этого парня точно больше. Но сегодня он выходит, получается, на замену, готовился под другого бойца. И Илья Харитонов соперник, вероятно, еще более опасный, нежели Максим Дюпин. И в красный угол приглашается его соперник из России, Илья Харитонов! А вот и Илья Харитонов, 22-летний непобежденный боец, кандидат мастера спорта по панкратиону и комплексному единоборству. Свой путь в ММА этот парень начал в прошлом году, в мае. Илья в лучших традициях Конора Макгрегора за 13 секунд разобрался с Азиратали Маканбаевым. Его Харитонов убрал с вертушки в голову. Через 2 месяца состоялся дебют Ильи уже в ММА-серии. Здесь на 54-м турнире организации он при помощи ударов коленями заставил капитулировать Талазбека Тимура. А под занавес года в ноябре на турнире ММА-серия 59 решение победил Фурката Камилова. После чего на 65-й ММА-серии задушил Бектура Кинышбека. Всего 4 победы без неудач. 2 победы нокаутом и 1 удушающим приемом. Ну и буквально неделю назад Илья выступил на играх будущего в Казани. Там тоже одержал победу в первом раунде. Представляю участников поединка. Боец в синем углу. Ему 22 года, рост 175 сантиметров, вес 70 килограммов и 200 грамм. Представляет клуб «Алатар» из Узбекистана. Профессиональный рекорд бойца. 3 победы и 1 поражение. Приветствуйте, Азизбек Абдулхамидов! И его соперник в красном углу. Ему 22 года, рост 182 сантиметра, вес 70 килограммов ровно. Представляет клуб «Асхаб Файтинг Тим» из города Москвы. Кандидат мастера спорта по панкратиону, лучший дебютант ММА-серии в 2022 году, по мнению зрителей телеканала. Рекорд бойца 4 победы без поражений из России. Встречайте, Илья Харитонов! Рефери в октагоне Идармач Идармачев. Начинается поединок в легкой весовой категории. Азизбек Абдулхамидов против Ильи Харитонова. Погнали. Азизбек в синем углу, в красном Илья. Смотрим и не моргаем. Очень аккуратно начинает прессинговать Илья Харитонов.
Харитонов очень жесткий боец, очень агрессивный, включается, как правило, с первых же секунд. И вот сейчас мы видим, что очень опасные атаки в его исполнении начинаются. Но может в какой-то ситуации Илья стать заложником собственной суперагрессивной тактики. Хороший лоу-кик был. И здесь пытается поймать свой прицел. Тоже удар по корпусу. Все, это прямой нокаут, дамы и господа. А сколько было времени в Казани? Хотелось бы спросить у Ильи Харитонова. Какая разница? Пожелаем здоровья Азизбеку Абдулхамидову. Это было просто чудовищно. Мне напомнило эту историю, когда поломал ребра Андрей Корешков своему сопернику вот похожим ударом. Давайте посмотрим еще раз. Бам! Точно в живот. Но здесь прям вот по центру туловища пробил Илья Харитонов. Очень грамотно рассчитал траекторию движения своего визави. Статистика тут не имеет никакого значения. Действительно, получается, две победы у Ильи Харитонова на супер коротком промежутке времени. В Казани тоже был удар с вращением, но еще и удушающие действия пришлось применить. Ну, в общем, в таком темпе, так разбираясь с соперниками, действительно можно драться каждую неделю. Можно и весь год выступать. Но, конечно же, Илье Харитонову необходимо повышение уровня оппозиции. Это совершеннейший факт. Он очень ярко дерется, круто смотрится. Но пора, наверное, уже ему встретиться с бойцами своего уровня. Первого раунда нокаутом победу одержал боец из красного угла Илья Харитонов! Поздравляем Илью Харитонова, здоровья Азизбеку Абдулхамидову. И продолжаем смотреть турнир ММА серия 69.
strike is mine. What's up? Sure it's alright. Head strike is mine, cause my life's a fight. Hey, our Lord is calling you, cause you are the warrior, you are the hero. Hey, our Lord is calling you, cause you are the warrior, you are the hero. Ooh, 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 ooh. You are the warrior, you are the hero. Ooh, 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 ooh. You are the warrior, you are the hero. Вы смотрите прямой эфир на телеканале MMADefensive.com. Турнир ММА, серия 69, бойцовское поместье. Настало время соглавного события вечера. Полуфинал гран-при в наилегчайшей весовой категории. В синий угол октагона приглашается боец из Узбекистана Дильшот Кубаев! Итак, Дильшот Кубаев, 22-летний узбекский боец, представляющий Moscow Puncher Team. Дильшот не так давно выступает по профи в ММА с декабря 2021 года. Первые три встречи прошли под эгидой Колизей ММА. Там Кубаев не оступался, одержал три уверенные победы. Рамазон Бабоев и Шоди Адинаев были побеждены техническим нокаутом, а Дилет Болотов удушающим сзади. Предпоследний бой Дильшот проиграл Рамазану Гаирбекову 21 января уже этого года. Уступил удушающим приемом. Что удивительно, Дильшот ту неудачу уже успел закрыть, выиграв у Акабира Сулаймонова на ММА-серии 62 в феврале. Одним словом, дерется этот парень очень часто, и соревновательным тонусом у него полный порядок. 4 победы и только одно поражение. Если вы любите ММА и наш промоушен, вы должны быть с нами уже сейчас. Покупайте билеты на грандиозный турнир лета ММА серии 70. Все звезды, которые пройдет 1 июля в Москве, в Лужниках, в Международном центре бокса. И в красный угол приглашается его соперник из России, Григорий Мишин. Григорий Мишин на наших экранах, 22-летний российский боец из Краснодара. Он представляет клуб «Кузня», мастер спорта по ММА и кандидат мастера спорта по вольной борьбе. Профессионально выступает с 2021 года. Он успел провести 6 поединков, из которых 2 осенью 2021 года с разницей в неделю. Естественно, в обоих случаях праздновал победу. В третьем бою вновь приемом в первом раунде одолел Эльмирзу Милиева, потом заставил капитулировать Мухаммеда Эльзанати, потом победил Мухаммеда Сабхе, и в последнем поединке уже в четвертьфинале гран-при техническим нокаутом в первом раунде вывел из строя Джалалетдина Юлдашева. Всего 6 побед. Не знает горечи поражений Григорий Мишин. Все победы досрочные. 3 нокаута и 3 приемами. Один из наиболее ярких проспектов ММА-серии и клуба «Кузня» Григорий Мишин. Представляю участников поединка. Боец в синем углу. Ему 22 года, рост 170 сантиметров, вес 57 килограммов 500 граммов. Представляет московский клуб «Puncher Team». Профессиональный рекорд бойца. 4 победы, 1 поражение. Приветствуйте из Узбекистана Дильшот Кубаев!
И его соперник в красном углу октагона. Ему 22 года, рост 165 сантиметров, вес 57 килограммов, 100 граммов, представляет краснодарский клуб «Кузня», идущий с рекордом 5 побед в 5 сражениях из России. Встречайте, Григорий Мишин! Рефери в октагоне Никита Меркулов. Бойцы, вы профессионалы, соблюдаем правила, ощущаем себя все время. Покажите честно, интересно, что все готово к началу со главного события на турнире ММА, серия 69, полуфинал гран-при в наилегчайшем весе. Григорий Мишин в красном углу, в синем Дильшот Кубаев, поехали. Лоу-кик, вот бойца из клуба «Кузня», на старте правосторонняя стойка, при этом у Кубаева. Удар вопросом от Мишина, Кубаев очень агрессивно врывается на ближнюю дистанцию, завязываются парни в борьбе, и Мишин получает преимущество в этом эпизоде. Позиция бокового контроля. Да, очень интересно, что будет дальше, потому что сил очень много, даже не спотели еще парня. Да, здесь и сразу же в маунте оказывается Мишин, обрушивает на соперника локоть, и Дильшот вынужден отдавать спину. Да, все очень тревожно складывается для Кубаева на первых же секундах. Попытался, конечно, Григорий заправить уже руку на удушающий захват, но не получилось. Здесь накрывает сверху, берет шею, коленом в голову работать нельзя. Пытается зайти на гильотину, запрыгивает опять за спину, постоянно меняет позицию Григорий Мишин. Очень быстрая борьба в исполнении Мишина. Ну и вообще борьба в наилегчайшем весе, она невероятно стремительна. Второй заход, ноги опять там, где нужно. Сразу же фиксирует соперника перед собой, ищет варианты для того, чтобы продеть предплечье под подбородком Дильшота Кубаева Григорий. Постоянно находится в положении моста Дильшот. Нет возможности у Мишина заправить руку под подбородком соперника. Ни справа, ни слева. Пробует разные варианты. И теперь уже пытается прихватить Григория на гильотину. Но там не получится. Дильшот Кубаев. Ноги у него заблокированы. Он оказывается в положении сидя. Мишин намерен, судя по всему, хорошенько отработать по сопернику в данном положении, когда нет возможности выбраться от сетки у Дильшота. Колено здесь можно по бедру, по корпусу, по пятой точке, но опять же не по голове. Неплохо нагружает Григорий Мишин. Перекрывается здесь Дильшот Кубаев. Нет возможности у него вырваться. Но опять же, вот вопрос той самой предварительной бомбардировки. Он все-таки обязательный. И эта бомбардировка, простите, должна случиться, потому что так вот на гора сразу взять удушающий захват у подготовленного бойца, ну, практически невозможно. Ну, бывает по-разному. Ну, да, если это в сумасшедшем темпе, конечно. Половина раунда позади, и уже Григорий Мишин перешел к позиционным атакующим действиям, постоянно атакуют с разных сторон. Справа, слева, колени, локти. Ух. Пробуют различные положения и ищет слабое место, ищет брешь в обороне соперника. А вот хвататься за сетку, да еще так откровенно, не стоит. Могут и бал снять. Локоть. Там замок по две ноги получился недолгим. Колено по ребрам от Мишина. Поднимается Дильшот. Не оставляет он попыток все-таки выбраться из этой борьбы. Но Мишина с такой скоростью, в общем, атакует, что Дильшот вынужден постоянно отвечать на действия соперника. Он пытается перехватить инициативу, но Григорий, в общем, в своем стиле показывает настоящий мастер-класс и постепенно сминает Дильшота Кубаева. Но в клубе «Кузня» вообще есть несколько очень перспективных бойцов. Это не только Григорий Мишин, но и Влад Сукаленко. Но Влад, конечно, тяжелее, прилично тяжелее. Здесь пока все с упором на борьбу. Вновь отключает ноги соперника, отворачивается, пытается встать Дильшот. Грузит его Григорий Мишин. Последняя минута первого раунда.
И еще один удар по пятой точке. Все-таки по ребрам не получилось пробить у Мишина. Ну что ж, раунд получается односторонним, но вряд ли здесь можно говорить про оценку 10-8. Хотя посмотрим. Ну, ущерба не так много получил Дильшот. Да, и подсказывают сейчас. Ох, и вот так, попался. Вот так, неужели? Да, предплечье под подбородком, последние секунды пытается отчаянно. Да, одну руку все-таки оторвал от своей шеи Дильшот Кубаев, и это спасло его в концовке первого раунда. Да, ну что ж, сказ о том, как Григорий Мишин проводил удушающий сзади в первом раунде, видимо, подходит к концу, потому что будет сейчас минутный перерыв, и потом продолжение данного противостояния. Почему сейчас встаю? Итак, все готово к началу второго раунда. Григорий Мишин против Дильшота Кубаева. Полуфинал гран-при. С кем сразится Асан Азизов? Второй раунд. Сразу жесточайший удар справа навстречу, но Дильшот бросается в атаку, очертя голову. И еще одно попадание. Вот все съедает здесь Дильшот. И в итоге еще один тейкдаун. Причем события разворачиваются прямо в углу у Григория Мишина. Его секундантам не нужно кричать, чтобы Мишин услышал. Ну, абсолютно логичное решение от Дильшота. Он проиграл в борьбе первый раунд и решил на ближней дистанции в жестоком размене поискать счастье в дебюте второго. Сейчас все-таки через на руку. Удушающий прием выходит Григорий и... Смотрит все. Да. Победа во втором раунде в самом начале Григория Мишина. Седьмая виктория в карьере у краснодарского бойца. И второе поражение у Дильшота Кубаева. Ну, что ж, не сумел Мишин в первом раунде, зато в самом начале второго все-таки довел до конца задуманное. Смотрим еще раз, как это было. Освободил правую ногу, и здесь уже вариантов у Дильшота не было. Шикарно удушающий через руку Григорий Мишин. Финалист гран-при ММА серии в наилегчайшем весе. По-прежнему все победы у Григория досрочные. Три победы нокаутом и теперь уже четыре приемами. Директор телеканала MMA-TV.com Вячеслав Камнев. Итак, определился финалист гран-при в наилегчайшей весовой категории. Через 44 секунды второго раунда удушающим приемом победу одержал боец красного угла Григорий Мишин! Всем привет, Дильшот. Давайте поаплодируем бойцам, которые сегодня у нас сражались в полуфинале. Дильшот показал отличный поединок, но проиграл удушающим. Дильшот, будем рады тебя видеть еще. Оставайся
в нашей, так сказать, обойме. И надеюсь, что у тебя будет еще шанс дойти до самых больших высот в этом весе у нас, ну, каким-то другим путем. Спасибо. Всем салам алейкум, кто поддержал. Спасибо от души вам, братья. Родители мои, не переживайте, все будет хорошо. В следующий раз, иншаллах, выиграю. Григорий, поздравляю тебя, брата. Маабат Адинаев, тренер, прости меня. Спасибо вам большое. Нам организовали такие поединки. Спасибо тебе большое, да, отдышись. Большое спасибо, удачи. Давайте поаплодируем Дильшоду Кубаеву и Григорию Мишину, наш победитель. Григорий Мишин, финалист гран-при в 57 килограмм. Григорий, показал, что в первом или во втором раунде были пропущены удары. Раньше-то, я помню, быстро заканчивал поединки, сейчас бой был гораздо более долгим. Это так или нет? Пропустил, в смысле, или нет? Ну, возможно, были пропущены, но я их не почувствовал. А так, чем ближе к финалу гран-при, тем, естественно, соперники тяжелее. Тоже спасибо за бой. Хотел бы поблагодарить бойцовский клуб «Кузня», Олега Перетурнова, Александра Ловингера, Александра Аганезова, моего тренера, за то, что помогают, никогда не отказывают ни в чем. Всем спасибо, всем родным и близким, кто болел за меня. Дальше больше. Григорий Мишин. И у нас здесь в зале находится человек, который выиграл полуфинал гран-при. Мы проводили турнир в Казахстане, он сражался с Виталием Косицыным. Давайте поаплодируем Асану Азизову и пригласим его в клетку. Асан Азизов. Асан, ой, прям, ты точно это, на боях? Вообще просто шикарно выглядишь, великолепно. Ну, Гриша после боя, поэтому наш стердаун будет, конечно, своеобразный, но в смысле в плане формы, но какой есть. Давайте сделаем стердаун, а потом расскажем, когда будет этот поединок. Итак, Григорий Мишин, Асан Азизов. А когда он будет этот поединок, Вячеслав Евгеньевич? 23 сентября на нашем большом турнире. Все звезды в Лужниках. 23 сентября все туда. И это будет один из, я думаю, крутейших поединков, потому что очень круто. Асан подрался с Виталием Косицыным. Отлично дерется Григорий Мишин. Я думаю, это будет очень круто. Поздравляю тебя с победой. Видно, хорош боролся. Я тебе покажу мастер-класс. Хорошо, если получится, покажешь. Обязательно покажем хороший бой. Спасибо. А мы будем ждать этого боя, потому что бой замечательный. Спасибо всем. Спасибо, Мабат. Спасибо, ребята. Спасибо, Дильшот. Продолжаем. Конечно. И у нас впереди еще главный бой, собственно говоря, этого вечера. А еще у нас сегодня празднует день рождения Денис Шуленин. Практически постоянный режиссер всех наших трансляций. Денис, ты на рабочем месте сейчас. Поздравляю тебя с днем рождения. Это твой день. Наш совместный день, можно сказать. Мы тебя поздравляем, потому что считаем потрясающим человеком, в первую очередь, и замечательным профессионалом. Всегда будем рады видеть тебя за пультом нашего космического корабля. Вместе улетим в космос. Денис, если ты видишь меня, привет. Денис видит все. А у нас продолжение. Главный бой вечера.
Возвращаемся в прямой эфир телеканала MMADefizTV.com. Благодарим за поддержку авиакомпанию SmartAvia, официального перевозчика телеканала MMADefizTV.com. Российская авиакомпания SmartAvia, лоукостер нового смарт-формата. Низкие цены, обновленное меню, бортовая система сервиса и развлечений приятно удивят вас. Выгодно и с умом на flysmartavia.com. А теперь главный поединок турнира MMA серия 69. Бой в тяжелой весовой категории. В синий угол октагона приглашается боец из России Егор Блашкевич. Выход Егора Блашкевича должен быть максимально брутальным. Ведь не случайно у этого 28-летнего бойца из Москвы прозвище Тора. Представляет он клуб единоборств Арес. Получается некое переплетение древнегреческой мифологии и скандинавской. Плюс ко всему Егор еще и американским футболом занимался. В боях этот спортсмен с 2018 года начинал с ММА. Далее, в 2020-м ушел в кулачные бои. Он победитель первого бойцовского шоу по ММА на YouTube «Мясорубка 1». Участник боев на «Бодимания», «Панч Клаб» и «Хардкор FC». По любителям в ММА 4 победы и 2 поражения. На голых кулаках рекорд такой же. А профи же дела идут пока, ну, прям скажем, не очень. В организации Камил Гаджиев проиграл решение Азизу Дуралиеву. А здесь в ММА-серию вступил Максиму Колосову в мае прошлого года. И в красный угол приглашается его соперник из Бразилии Мигель Джентилини. А вот и Мигель Анджело Джентилини по прозвищу Брюс. 28-летний бразилец из Куатигуэ, штат Парана. Он трехкратный чемпион Бразилии по карате. Именно отсюда прозвище. Представляет московский клуб Гор ММА и тренируется под руководством Гора Азизяна. Первый профессиональный бой Мигель провел аж в 2009 году. Одержал победу, но вернулся только в 2012. Выиграл еще 5 поединков, один проиграл и опять исчез с радаров. В 17-м нокаутировал Андерсона Фернандо и вновь взял паузу, на сей раз на целых 5 лет. В 22-м году нокаутировал Виницуса Хулио Салеса, после чего дебютировал в ММА-серии в мае текущего года, уступил техническим нокаутом Виктору Клюеву. Всего 8 побед, 2 неудачи, 6 побед нокаутом и 1 приемом, по одному поражению нокаутом и приемом. Представляю участника поединка. Боец в синем углу. Ему 28 лет. Рост 179 сантиметров. Вес 120 килограммов ровно. Представляет клуб единоборств «Арес» Москва. Профессиональный рекорд бойца. 4 победы при 3 поражениях из России. Приветствуйте, Егор Тор Блашкевич! И его соперник в красном углу октагона. Ему 28 лет. Рост 183 сантиметра. Вес 110 килограммов ровно. Представляет московский клуб Гор ММА. Трехкратный чемпион Бразилии по карате. Рекорд бойца. 8 побед при всего 2 поражениях. Из Бразилии встречайте Мигель Брюс Джентилини! Рефери в октагоне Никита Меркулов. Fighters, you are approaching. When you're ready to fight, defend yourself all the time.
Начинается главный поединок турнира ММА серия 69. Егор Блажкевич против Мигеля Джентилини. Поехали. Два тяжеловеса небольшого роста, но при этом очень мощные ребята. Смотрим внимательно. В разных стойках бойцы. И вот как раз фирменная стойка у Джентилини. Он занимался тэквондо. И для тяжелого веса он здорово работает ногами по второму этажу. Но здесь он сразу же перевел оппонента на настил. Расположился сверху. Полный маунт. И что дальше? Стремление к тейкдауну, к техническому нокауту или же выход на рычаг локтя. Пока что оказывает давление на соперника Джентилини. Никуда не торопится. Сил еще очень много у обоих. Отжал руки. Хаммерфисты пошли в дело. Узел плеча. Нет. Решил не тратить силы на этот болевой Мигель. Пока даже не предпринимает попыток Егор Блажкевич выбраться из этой борьбы. Кстати, Егор вышел на короткое уведомление вместо бугры Парслана. И вот здесь четкие попадания. Закрывается Егор Блажкевич. Но Джентилини явно не дорожил этой позиции. Еще серия ударов. Зажимает он Блажкевича у сетки. Апперкот прошел обеими руками. Из фронтальной стойки набрасывает Джентилини. Да, здесь нет стоячего нокдауна, но однозначно в гроге находится Егор Блажкевич. Еще один удар, и Никита Меркулов уже готов остановить эту встречу. Все! Победа техническим нокаутом в первом раунде. Не оставил шансов Брюс Егору Блажкевичу. И одерживает он сегодня 9-ю победу. Напомним, что трехкратный чемпион Бразилии по карате Мигель Анджело Джентилини. И вот такая ката в исполнении Мигеля Джентилини. Мощная победа и красивый финиш в завершении турнира ММА серии 69. Давайте посмотрим еще раз, как это было. Здесь еще было на ногах. И вот справа, точно в челюсть. После этого Тор уже обрушился на настил. Но здесь, к сожалению, сразу все не заладилось у Егора Блажкевича. На первой же минуте получил очень серьезный урон. И восстановиться, к сожалению, уже не смог российский боец. Ну а команда клуба «Гор ММА» сегодня потрясающе выступила. Причем обычно, в основном, этот клуб представляют здесь в ММА-серии бразильцы, но сегодня было два российских спортсмена, и вот Мигель Джентилини одержал победу в главном бою. Через 1 минуту 19 секунд первого раунда победу техническим нокаутом одержал боец красного угла Мигель Брюс Джентилини! Поздравляем Мигеля, впечатляющее выступление. Теперь у него в ММА серии рекорд 1-1. Очень переживал Мигель, очень важная для него победа. Напомним, что Виктору Клюеву он проиграл из-за травмы. Тогда неудачно упал, не смог продолжить, у него кружилась голова. Судя по всему, было сотрясение мозга, но сегодня выступил успешно Мигель. Одержал первую победу в ММА серии. Крепкая команда тяжей в зале «Гор ММА». Там еще и груд с ними. I love Moscow, Gor ММА. Thank you. ММА series. The best event. Вальтер Уокер никак не мог позвать за собой Мигеля Джентилини. Тот продолжал говорить и говорить на камеру. Но в итоге покинула команда бразильцев в клетку. Тут и Джефферсон Гонсалес тоже. Почти вся команда. А мы тем временем смотрим, как же завершился главный бой 69-го турнира ММА серии. Все было в лучших традициях промоушена. Быстро, скоротечно, зубодробительно. Thank you.
смотрели 69-й турнир ММА-серии из бойцовского поместья. Встретимся ровно через 2 недели. Ждем всех любителей смешанных единоборств 1 июля в Международном центре бокса в Лужниках. Вас ждет долгожданный реванш. Сергей Бобрышев и Бобур Курбанов. Вы еще сможете успеть купить билеты на нашем сайте mma-series.com. С вами был Юрий Катков. До новых встреч! Ну что ж, дорогие друзья, наш репортаж подошел к концу. Турнир ММА-серия 69 получился замечательным. Много досрочных финишей мы с вами увидели, много ярких моментов, как всегда, на турнирах этого промоушена. Вместе с вами бои смотрели Ян Баранчук и Алексей Володин. Любите спорт, друзья, и он обязательно ответит вам взаимностью. Счастливо, пока!